Доброго времени суток, дамы и господа. Вот и стартанул припатч. Многие люди, зайдя в игру, просто ахнули, увидев те полосы, тот интерфейс, который предложила нам компания Blizzard в форме современного шаблона. Кто-то хочет убрать грифонов, кто-то не понимает, почему по центру вылазит какая-то иконка дополнительная непонятная, а кто-то вообще просто запутался и игру просто берет, закрывает. Что ж, я постримил сегодня уже 6 часиков. Некоторые вопросы в чате были обработаны, прям на стриме. И, само собой, я думаю, неплохо было бы все это заархивировать в этом видосике, и, быть может, вы для себя увидите, узнаете что-то полезное. Я полностью сейчас с нуля начну настраивать интерфейсик. То есть данная моя сборка, она вот уже настроена, то есть я себе сделал панельки в целом, как в Shadowlands. То есть, получается, одна нижняя панель идет от вот удара разложения до собирателя трофеев. Верхняя, вторая, да, от незыблемости до игрушки. И панелька, которая справа у нас в Shadowlands находилась, типа панель быстрого доступа, она у меня точно такая же. Можно глянуть прошлый видосик и увидеть, что она там идет точно так же. То есть я себе сделал тот интерфейс, можно сказать, который у меня был в Shadowlands. Он хорош, он мне привычен и он удобен. Начнем, пожалуй, настройку с нуля, и постепенно пойдут ответы на все вопросы. Жмем «Редактировать» и сразу двигаем окно чатика, поднимаем его чуточку выше. Далее по центру у нас это говорящая голова. Говорящая голова — это когда мы входим в какую-нибудь локалочку, нам рассказывается о том, что нас ждет в этой миссии, что нам нужно сделать. Куда-нибудь повыше просто, да, можно убрать как вариант. Далее панелька дебафов. Для меня она большевата. Хочу стандартные примерно 8 значков. Так же, как и у дебафов. Окей. Дальше. Фреймы. Фреймы этот подвину чуть правее и выше в рамку игрока. Мной выбранная цель пусть будет тут. А цель цели, например, тут. Хорошо. Ну да, в целом неплохо получается. Уже интересненько. Также можно настроить то, что бафчики там сверху или снизу. Что мы можем сделать после этого? После этого мы можем выключить грифонов. У многих людей проблемы именно с этим. Жмем левой кнопкой на панель команд 1 и жмем галочку «Скрыть художественные элементы панели». Все, грифоны скрыты. Превосходно. Чуть-чуть налево ее двигаю. Эту панельку приподнимаю. Третья панелька. Что мы делаем с ней? Если мы, например, хотим сделать ее под Shadowlands, то есть мы можем ее сделать не, получается, 4, 8, 12 в строчку, а, например, 6 по 2. Почему бы и нет? Делаем ее в два ряда и уносим туда, куда нам хочется. Примерно вот сюда. Прекрасно, ну, в целом неплохо. Далее, это у нас что? Это дополнительные способности. Например, мы заходим в Зерит Мортис и призыв Пока-Пока. Перенесем куда-нибудь вот сюда. Почему бы и нет? Далее, индикатор заклинаний. Когда мы что-то кастуем, призываем маунта, крафтим, он срабатывает. Поставлю его примерно сюда. Далее, панель питомца. Вурдалаки, хантовские питомцы. Пускай пока тут повисят. Далее, эту панельку команд подвину. Чуть-чуть. Надо взять стрелочку. Собственно, собираем конструктор. Панель команд 1 сюда. Панель команд 2 решила прилипнуть. Немножко нужно сделать вот так. И после этого мы двигаем третью панельку команд к первым двум. Они закрепились, но чуть-чуть косо. Конечно, можно это все отредактировать. Увеличить сетку, масштаб сетки, да, то есть ориентироваться чисто на нее. Это уже, я думаю, вы сами сделаете для себя. Думаю, принцип понятен. И что у нас получается? Панель питомца мы двигаем куда-нибудь вот сюда. И кнопку выйти из транспорта, когда мы, например, садимся на нашего друга, подругу, они нас возят где-либо. Само собой, нам же нужно выходить из транспорта периодически. Стрелочку нужно куда-то в хорошую такую точку поставить. Закрыть. Допустим, сохранить. Напишу видео, потому что это я делаю чисто для видосика. И сохранить. Окей. Закрыть. Что получилось? Получилось так. Красиво,
Ну, я бы сказал среднюю. Само собой, это можно еще поднастроить, донастроить. Но я думаю, какие-то хотя бы основы более-менее вы уже поняли, как работать с этим новым инновационным интерфейсом. Грифонов-то мы убрали, хорошо. Но у людей периодически появляется иконка по центру. Это модификация Big Debuffs. Ее мы просто пока что выключаем. После отключения модификации Big Debuffs глобальные кдшечки теперь не будут появляться по центру экрана. Жму также скульптор, дополнительно еще даже руку поганища вжимаю, и, как видите, иконок по центру нет. У многих возникла такая проблема, и просто люди не понимают, откуда вот эти иконки по центру в целом вылазят. А дальше, разрыв какой-то, да, между картой, между квестиками. Мы аналогично жмем редактировать, и в данной ситуации нас что интересует? Нас интересует информация справа. Это не рамки боссов, это отслеживаемые цели. Мы просто берем, поднимаем выше. Ну, не так высоко, примерно так. Рамки боссов подвинем куда-нибудь вот сюда. Они, да, будут примерно на одном месте стоять, но рамки боссов, когда будут появляться, они будут опускать наши квесты. То есть в целом логистика в этом, по-моему, какая-то присутствует. Жмем закрыть, жмем сохранить, жмем закрыть. И теперь, как мы видим, квестики стали повыше. Само собой, для того, чтобы нормально все это настроить, нужно сходить и в рейдик, и в данж, а также куда-нибудь в PvP, чтобы нормально настроить эти правые фреймы. Но, само собой, опытные господа гладиаторы используют модификации по типу Gladius, которые еще лучше позволяют настраивать все эти фреймы. И в целом стандартные, они себе просто выключат, сократят до минимума, и они им ни к чему. Так что как-то так. На основные вопросы ответил. В целом такой обзорчик по настройке реализован. Думаю, вам это поможет. Если есть вопросы, само собой, можете задать их в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!